самого утра люди несут сюда цветы. Сегодня перекресток декабристов Волгоградской превратился в место скорби и памяти. Вчера ночью на этом месте погиб старший лейтенант полиции Юрий Матрёнин. Ему было всего 42 года. Вчера вроде проходил, не было цветов, а сегодня смотрите, как... Ой. Почему они должны страдать? Их же это семьи, жены, дети. Ему всего 42 года. И он уже... Нет, у него осталось двое детей, жена, наверное, любимая, дети любимые остались, родители остались, отец, мать, все остались. Он ушел. Этот человек, за которого он погиб, должен очень, наказан быть. Водитель BMW привлек внимание инспекторов на улице Восстания. Просьбу остановиться 31-летний мужчина проигнорировал, после чего и началась погоня. Преследуемый полицией сначала свернул на Короленко, потом Ямашева. Пытаясь запутать экипажи, водитель немецкой иномарки вилял из стороны в сторону, подрезал другие машины. Чтобы его остановить, дорогу перекрыл один из экипажей инспекторов. Но ночной гонщик даже не думал тормозить. Он протаранил стоящую на пути машину на скорости 140 км в час. Так выглядел автомобиль инспекторов уже после столкновения. Юрий Матрёнин сидел как раз на том месте, куда пришелся удар. Прибывшие на место медики быстро доставили пострадавших автоинспекторов в 7-ю городскую больницу. Юрий Матрёнин находился в очень тяжелом состоянии и был без сознания. Несмотря на все старания врачей, спасти его жизнь так и не удалось. Коллега Юрия, который был за рулем, остался в живых. Сейчас он находится под присмотром медиков. Живой и водитель BMW. Каким было его состояние на момент задержания, он отказался проходить медосвидетельствование. Ранее его привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Знатый? Разведенный. Чья машина? Мамин. На мужчину уже завели уголовное дело. Прокуратура республики требует от Следственного комитета добавить и другую статью. Это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. День скорби сегодня во всем столичном ГИБДД. Денис Хайруллин проработал с Юрием бок о бок 2 года. Они были напарниками. Очень любил своих дочерей. Всегда говорил, когда вот я за рулем ушел, он всегда пассажиром ездил. Всегда говорил то, что не подставляй, говорит, мою сторону, с его стороны. Мне, говорит, еще дочерей, говорит, асти надо. Похороны Юрия Матрёнина пройдут завтра в поселке Куюки. Завтра же водителю BMW изберут меру пресечения. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.